Между тем, цены на товары в магазинах продолжают расти. Журналисты нашей телекомпании провели мониторинг стоимости товаров в трех сетевых магазинах города. Насколько выросли цены по сравнению с прошлой неделей, расскажет Анастасия Куклева. Особенно заметно повышение стоимости овощей и фруктов. Если на прошлой неделе цена огурцов в магазине «Магнит» достигала 200 рублей, то сейчас их можно приобрести за 218. Зато в палитре вкуса цена на огурцы упала на 11 рублей. Теперь они стоят 215. По-прежнему высокая цена у шампиньонов. За 400 граммов грибов в палитре вкуса предлагают заплатить 144 рубля 10 копеек. Из фруктов в цене продолжают расти бананы. Рекордно высокая стоимость в палитре вкуса – 97 рублей 70 копеек за килограмм. Выросла цена и на заморский фрукт в магазине «Магнит» – 81 рубль 90 копеек. Не меняет свою стоимость, но и не радует ей сыр российский. Его цена по-прежнему колеблется от 409 до 435 рублей. Заметна разница и в стоимости хлеба. Цена пшеничного в «Магните» – 15,70. Такая же буханка в магазине «Гроздь» обойдется жителям в 23 рубля. А вот любителям кофе нужно быть бдительнее. В «Магните» пачка «Жокея» уже стоит 167 рублей, в то время как в магазине «Гроздь» его можно приобрести по акции за 110 рублей 90 копеек.